Друзья, вот такая аллейка ведет к Пицунде. Вокруг деревья так живописненько довольно-таки. Представляете, в декабре. В декабре вот так. Ну это просто сказка. Приезжайте, живите, отдыхайте здесь. Ну посмотрите, какая. Ну что, ну что, ну это не сказка, а дорога в Пицунду. Туристический рай курортный. Конец одностороннего движения. Надо быть аккуратнее. Так, друзья, мы в Пицунде. И вот я быстренько вам покажу вот на въезде в Пицунду, значит, здесь находятся, вот видите, вот такие руины античного Питиунта. Вот они вдоль дороги идут. Сейчас быстренько туда пройду, посмотрю, покажу. Вот здесь, видите, сетка огорожена. Здесь я видел, девушка прошла, значит, пройти можно. Сейчас быстренько пройду и посмотрим с этой стороны. Вот они, видите, вот такие укрепления. Руины вот античного Питиунта. Батарейка разряжается. Лошадка здесь. И вот эти руины. Ну вот мы по Пицунде идем. И вот эта улица идет. Гипсишевый к морю идет. Вот такая аллейка, ведущая к морю. Слева бамбуковая роща. Справа пихтовые елочки. Литочка. Лавочки. Все как в советские времена. Это Пицунда в декабре. Ну вот и выходим к морю. Вот основная композиция Пицунды, которую знает каждый. Ныряльщики называется. Видите, дельфины, два мальчика и девочка ныряют. Композиция называется «Ныряльщики». Ну и вот мы, друзья, вышли в Пицунде к морю. Влево, видите, там разруха, особо не пойти. Рыбаки. И основной — это вправо пляж. Видите, переодевалочки. Ну, основная набережная, я имею в виду, вправо. Переодевалки, навесики вот такие, все вот так довольно-таки допотопно. Но вид красивый и море просто обалденное. Ну а вот, друзья, и море Пицунды. Пляж и море Пицунды. Посмотрите, как накатывает. Закат такой красивый. Галечка. Ровненькая, вся гладенькая. Вот. И море, море. Чистейшее море, чистейшее. Это море и пляж Пицунды. Тунечек такой. Ну так на набережной можно уже встретить фонтанчики питьевые, уже не первые мы встретили. Вот он. Здесь каменная композиция. Водички попил писунской. Какие-то камни, композиция. И аквапарк. 300 рублей. Вот, кстати, цены в аквапарк с 10 до 6 работает. Взрослые 1000, дети от 5 до 12 500, от до 5 бесплатно. Ключи, потеря 300 рублей. Это аквапарк-то, вот три горочки. 4 аттракциона. 4 аттракциона, а вон детские еще 2. Ну такой. Главный отдыхающий в Пицунде. На улице жаришка. Решили они утолить свою жажду отдыхаки. Главные отдыхающие красавчики.
Хороший. Вкусненько тебе? Вкусненько? Все, напилась. Они только что гуляли на набережной. Вот такая вот набережная в Пицунде. Вон там горы снежные. Здесь концертный зал. Пляж, волны. Красотища. Привет! Привет, собаки! Вон там люди рыбу ловят. Какова красота! Концертный зал Пицунды. И вот море и пляж Пицунды, 11 декабря 2021 года, суббота, 4:30 вечера, видите, уже закат, горочки, аквапарк, концертный зал Пицунды такой красоты российской действительности, фонтан ныряльщикам, ровная галечка, рыбаки и море, чистейшее, красивейшее, бурлящее море. Передай привет российским подписчикам. Аускай! Не хочет. Ладно, пока, еще раз море. Вот такая вот набережная, видите, такая каменная плиточка. Плитка, да, она еще вечно, еще простоит 100 лет. Такие вот бордюры массивные, ничего не разрушится, все это вечно или полувечно. И массив, посмотрите, тут такой запах от вот этих, как их, хвойных, забыл название. Ну и дельфинарий, это пародия на дельфинарий, там еще дельфинчики плескаются. Вот еще возле санатория маяк, вот такой старинный маяк. Это я вычитал в достопримечательностях, вот теперь мы его нашли, и я удовлетворен. Вот так он выглядит, маяк. Явно он уже ничего не маячит, а вот так выглядит
набережные, песок вот сейчас местные пришли, говорят, это вот после шторма сюда песок на деревья повалило, песок на дорожке.